Приближается Рождество, однако деревня Санта-Клауса на севере Финляндии непривычно пуста. Обычно в это время года сюда уже начинают устремляться потоки туристов со всего мира, но в этот раз коррективы внесла пандемия. Oh, hello. So please come here. Маленькие посетители деревни Рованиеми всерьез обеспокоены тем, что в этом году Санта-Клаус решит соблюсти социальную дистанцию и ограничится только поздравлениями через интернет. Будет сложно. Как я тогда получу подарки? Рождество нельзя отменять. Я беспокоюсь, что Санта вообще не приедет. Карантинные меры, которые ввела Финляндия, среди самых жестких в Европе. Несмотря на то, что уровень заболеваемости в стране достаточно невысокий, большинство иностранцев въезд все равно закрыт. Те же, кто приезжает, должны 2 недели провести в самоизоляции. Тем временем местные компании, которые зарабатывают на туристах, уже подсчитывают убытки. В Рованиеми и окрестности приезжают, чтобы посмотреть на Санта-Клауса и северное сияние, а также отправиться на снежное сафари. Но пока посетителей очень мало. Так, в августе число иностранных гостей сократилось на 78% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Для местных компаний определенно Рождество оказалось под угрозой. Само Рождество-то наступит, но вопрос в том, будет ли оно счастливым. Представитель компании, которая предлагает путешествия на снегоходах и купание в проруби, говорит, что бронирований в этом году будет на 50-80% меньше, чем в прошлом. Он считает карантинные ограничения слишком жесткими. Ситуация с COVID ухудшается. При этом мы можем обслуживать клиентов из Финляндии, где заболевших примерно столько же, сколько и в других странах. Но мы не можем обслуживать людей из других стран. Это бессмысленно. Работники индустрии надеются, что правительство пересмотрит ограничения на путешествия. При этом власти, наоборот, планируют ужесточить меры, поскольку Европу захлестнула вторая волна эпидемии.